Ех, проблеми не лише у транспортній галузі. Наші села вимирають. Після 91-го, відколи Україна стала незалежною, про них просто забули. Найбільше постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина та Житомирщина. За 22 роки мінус 404 села. Як воскресити життя в провінції? Ось про що сьогодні детально. Ну, у Криму теж сіл стало менше, це видно по цій мапі, на 15. Як живеться тим, хто не піддався урбанізації і як справжній патріот залишився на рідній землі? Наш прудкий Олег Крючков поїхав провідати Тимошенко та Симоненко. Не плутайте з політичними діячами, так називаються села. Абзац у Криму. В Криму на расстоянии 5 километров друг от друга есть два политически брендированных села. Тимошенко и Симоненко. Сегодня мы вам расскажем, как в них живут простые люди. Начнем с Тимошенко. Село Тимошенко – это маленькая машина времени. Часы тут остановились в начале 90-х. И сразу начали обратный отсчет. Сначала исчезли фруктовые сады и виноградники, потом фермы, магазины и школы. Это одна из центральных улиц села Тимошенко. Справа вот здесь когда-то был большой продуктовый ларек. А слева вот здесь бегали дети и был настоящий большой детский сад. А в Тимошенко школа есть? Нет, ну садик разваленный есть. А школа? Нет. Нету. А еще тут нет больницы. Местная клиника Шарите – неотапливаемый фельдшерский пункт. Воду тут добывают подкопами. Я не шучу. Трубы давно забились, и тимошенковцы роют настоящие катакомбы. Сейчас зима в данный момент. Это я набираю 6 ведер таких и везу за полкилометра. И мне вот это на день хватает. 6. А летом? Ну, если летом, то летом мы уже едем не один раз тачкой. Раза два, хоть три, оно ж хочется и постирать. И умыться, и помыться, и все. Где... И полкилометра идете? Да. Где-то какой-то цветочек надо полить, хочется тоже. 7 лет назад тимошенковцы решили схитрить. Надавить на фамильно-родственные скрепы тогдашнего премьера. Когда премьером-министром была Юлия Владимировна, мы решили написать письмо, так как мы считаемся как родственники. Ну, Тимошенко, она Тимошенко, и я это стала людей, собрали мы подписи. Тимошенко так и не ответила, поэтому вот, безрезультатно. В соседнем селе с идеологически выдержанным названием Симоненко практически построен коммунизм. Правда, коммунизм военный. Когда-то это была улица Полевая зажиточного крымского села Симоненко. Теперь здесь только развалины, заросшие бурьяном и травой. Украли даже табличку с названием села. Я, кстати, сейчас выполню просьбу от симоненковцев. Смотрите, вот так она выглядела 7 лет назад. Кусок забора – все, что осталось от дома, который когда-то здесь стоял. На заборе дельфин, якорь, звезда. Ну, наверное, когда-то в этом доме жил отставной моряк. Не страшно вот оставаться на улице, где нет домов? Уже привыкли. Симоненковцев в селе осталось мало, только самые стойкие и закаленные. А советская власть какая-то есть? Сельсовет или какие-то... Сельский совет есть. Отсюда сколько? 7 километров село Краснознаменка. А местного нет? Местного нет. А ни врачей, ни милиционера нет? Врачи были до середины 90-х годов. Сейчас нет. В этой деревне нет. Нет худа без добра. На развалинах домов теперь просто рай для домашней птицы. Лет 10 назад симоненковцы перешли на натуральное хозяйство. Деньги тут потеряли свою ценность. Все, как и обещал Карл Маркс. А это у вас магазин такой в селе? Да. Хлеб привозят, магазина же нету. Вообще в селе нету магазина? Нету. И давно уже нету магазина? Автолавка приезжает к нам. Часто приезжают? Раз в неделю. Жилищный вопрос симоненковцев не испортил. В отдельно взятом селе решена главная проблема украинцев. Вот это все очень напоминает старый советский мультик «Трое из Простоквашино». Помните? Дом ничей, живите кто хотите. В селе Симоненко настоящий коммунизм. Дома, конечно, не новые, зато раритетные.
Настоящий саманный винтаж. В этом доме сохранились даже деревянные полы. Нужен небольшой ремонт, можно заезжать и спокойно жить. Старожил Симоненко Анатолий Трофимович помнит коммунистов, немцев и опять коммунистов. Колоритным сельским матерком поминает и нынешние власти. Это как вы, говорит, уже надоели. Говорит, огрызок там живет, говорит, на вот этом. Это чиновники говорят? Ну а кто же, а кому мы нужны? Это ж мы вот, осталось село. И все. А раньше было это село. Такой доход давал, тут больше 2000 скота только было. И дойное стадо, поля все поливные, а сейчас ничего нет. Симоненковцы, кстати, как и тимошенковцы, сильны в эпистолярном жанре. Тоже писали письмо своему знаменитому однофамильцу. Я помню, когда мы приезжали 7 лет назад здесь снимать, вы писали письмо Петру Симоненко. Да. Это я писал, да. И что, ответ какой? Да ничего. Мы же с тобой поговорили, так и все. Так и то было. Находясь в развалинах этого детского сада, я могу сделать простой вывод, что принцип капитана Врунгеля, как вы яхту назовете, так она и поплывет, здесь абсолютно не работает. Мы видели и село Симоненко, и село Тимошенко. Да хоть Обамовкой назови любой из этих сел, лучше тут абсолютно не станет.